Друзья, сегодня 14 число, март месяц, город Казань, казанская барахолка на Карима Тинчурина, солнышко по календарю встало уже, просто мы его пока не видим. А посмотрите, какая красота, канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять, канал обо всем. Мне вот этот Олимп понравился. Сказали, сколько он весит? 18,5 килограмм. Вот этот олень из бронзы. Вот такая красота, друзья. Авторская работа. Пойдемте мы его обойдем. Посмотрим. На мраморной подставке. Вот такая красота. Каждое воскресенье на этом месте, почти каждое воскресенье, проводится рынок. Это место раньше называлось книжный рынок. Но теперь здесь продают все. От патронов до атомной бомбы. Да, до атомной бомбы. Ну, конечно, шутка была, которую мне подсказали неправильно. Нет, нет, здесь все законное только продается. Незаконного здесь нет. Друзья, еще раз напомню. Канал 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Большое спасибо, друзья, что смотрите этот канал. Поддерживайте его. Берегите себя, своих близких, не болейте. И до новых встреч на канале. До свидания. Сюда легально продается атомная бомба. Так получается. Ты говоришь...